В нынешнюю эпоху социальных сетей мельчайшие подробности личной жизни звезд сразу становятся достоянием широкой общественности. Нередко знаменитостям приходится сталкиваться с негативными и даже хейтерскими высказываниями интернет-пользователей. К примеру, обыватели утверждают, что к вершине славы Максима Галкина привел супружеский союз с Аллой Пугачевой. В конце концов, юморист решил развенчать этот устоявшийся миф. Юморист подчеркнул, что Пугачева очень бережно относится к его чувству собственного достоинства и старается поддержать авторитет главы семейства. «Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома. Недавно мы были на юбилее Ирины Муравьевой. Так она говорила, что пришла туда как жена популярного артиста. Я воспринимаю это как кокетство. Но мне приятно», — отмечает Галкин. Что касается нелегкого пути к успеху, то Максим прошел его самостоятельно, без помощи своей звездной супруги. Как вспоминает сегодня Галкин, к моменту его знакомства с Пугачевой, он уже сумел завоевать собственное место в юмористическом жанре. К тому же артисту присуще такое самолюбие, что ему никогда не приходило в голову просто быть при Пугачевой. А сегодня он стал основным добытчиком в семье. Галкин считает себя ревнивым человеком. Но его ревность сочетается с огромной уверенностью в себе. Так что не является разрушительным чувством. Юморист признается, что за долгие семейные жизни они с женой ни разу серьезно не поссорились. Максим смог припомнить лишь одну размолвку, в результате которой супруги не разговаривали полдня. В быту им удается сохранить равноправное сосуществование, а что касается профессии, то здесь Галкин безусловно признает первенство Аллы Борисовны. Величины, равной Пугачевой, пока что на просторах нашей сцены не родилось. «Пугачева у нас одна», — говорит Галкин,